皆さん、どうもこんにちは、アシアです。こんにちは、ナタリアです。今日はナタリアさんがゲストに来てくれたんですけど、これはね、こういった方はずっとインタビューしてみたかったんですけど、ナタリアさんはウクライナから日本に、避難民としてね、来ましたけれども、それについてね、ちょっといろいろとお話を伺いたいと思います。日本語ちょっとね、喋れると思うので喋れる範囲で自己紹介お願いします。はい、ウクライナ人です。今30歳です。いつも日本が好きです。いつ日本に行きましたか？4月、うん、ウクライナから日本に来た方々はたくさんいらっしゃるかと思うんですけど、そういったテレビで見たりとか見かけたりしますけど、実際どういうふうに日本がウクライナの方を受け入れてるのか、どういった支援があるのか、ウクライナ人にとって日本ってどうですかとか、あんまり聞くことない興味深い話ってあるんですけど、そういうこともお聞きしたいと思います。ナタリアさんは実際もともと日本が好きでいらっしゃって、今までも日本に何回か来たことありますよね？3回来たことある。うん、じゃあナタリアさんは今回そもそもどうやって4月にね、ウクライナから日本にたどり着いたのか、まずそこから教えてください。Я учитель английского языка и проработав какое-то время, подумала, что хочется немного отдохнуть, взять какой-то перерыв. Поехала в Италию. Там у меня как раз и были намерения немного отдохнуть там какое-то время, месяц, может там полтора, потом вернуться в Украину. Билет у меня был домой, чтобы вернуться как раз на то же самое число, как оказалось, когда в Украине началась война. То есть 24 февраля у меня был обратный билет. И эта ситуация вышла настолько нереальной в тот момент, мне казалось, настолько неправдоподобной, когда я просто намерение вернуться домой, просто продолжать привычную жизнь. Но так оказалось, что вернуться домой я, по сути, уже не могу. А как ты узнала? Я должна была утром выезжать обратно в Украину. Рано утром, это было около 5 утра, может 5 чем-то, мне звонит бабушка. И полностью вот такой у нее испуг. Мне повторяла одну единственную фразу, это «не возвращайся в Украину, любым способом останься там, потому что в Украине началась война». И она мне это говорит, и словно в подтверждение ее слов я слышу действительно взрывы на заднем фоне. Очень трудно в это поверить. И буквально, когда я поговорила с ней, я пытаюсь осознать, что происходит. Может, минут 10 прошло от силы, мне звонит подруга и тоже говорит: ни в коем случае не возвращайся, будь там, где ты есть, в Украине началась война. Сейчас イタリアにその時残って、私はね、ちょっと先ほど聞いた話を説明しますと、ウクライナ人はイタリアにその宣言ビザで90日間ぐらい1年にいられるね。自分の国で。でもちょうどそのナタリアさんは観光しててしばらくイタリアにいたから、その日数がもう終わってて、でどうすればいいのか、いろんなね、大使館とかに連絡したりしたところ、とりあえずイタリアに残ることはできるんですけど、その当時にもたくさんのウクライナからの避難民がヨーロッパ他の国も、イタリアも、ね、たくさんそういった人たちが来たので、ナタリアさんはもともと戦争始まった時点でイタリアにいたので、ヨーロッパで難民の扱いをされないっていう話はね、先ほど聞きました。У меня действительно была ситуация, когда меня не признавали беженцем, потому что я находилась в это время в Европе, когда началась война, невзирая на то, что у меня был билет вернуться домой. Я и планировала выехать, чтобы уже обычную жизнь вести в Украине, но когда я позвонила в посольство и сказала, вот такая-такая ситуация, что мне делать, мне сказали, вот приезжайте, мы сейчас посмотрим. Но на тот момент мне выдали небольшой документ, который говорит о том, что я
как бы здесь продолжаю находиться легально, невзирая на то, что у меня виза вот закончилась, шенген-виза закончилась, я могу там находиться в связи с вот этими всеми событиями. Но этот документ позволял мне просто находиться там, но он не позволял работать, он не позволял учиться, то есть я, по сути, продолжала находиться там в статусе туриста. А турист не может, он не имеет тех прав, которые имеет как бы вообще человек, у которого другой тип визы или даже тот же беженец. Но я думала, как мне себя обеспечить, потому что у меня не так много сбережений было, и я не понимала, я не могу работать, я не могу, допустим, вернуться, что мне делать, как мне вообще дальше продолжать жизнь. Поэтому действительно в тот момент были такие определенные сложности. それでね、イタリアにいながらじゃ、どうやって日本に行こうってなったんですか？Мне всегда нравилась Япония. И я до этого здесь бывала несколько раз, я знаю, что это за страна, по крайней мере, то впечатление, которое у меня осталось от нее, оно было всегда очень положительным. Я увидела пост в Инстаграме, когда человек, вот японец, предлагал свою помощь украинцам, которые хотят приехать в Японию. Ну, я когда эту историю другим рассказывала друзьям, они говорят, как ты могла в это поверить, как ты могла просто на пост купиться, вот, и, ну, написать человеку, да, я еду, как бы не понимаю, что к чему, но типа у меня... подозрительно выглядит. Да, это было действительно подозрительно, сейчас я понимаю, что да, но в тот момент это было такое, наверное, отчаяние, вот ощущение, что делать, непонимание. Я таки попробовала, я связалась с человеком, мы какое-то время пообщались, я как бы поняла, что там все хорошо, там действительно человек, он волонтерством долгие годы занимался, он действительно пытался помогать, и, наверное, это все длилось, возможно, недели две, вся эта подготовка документов, все остальное, но он не только помог получить визу, но и оплатил билет в Японию, авиабилет, чтобы человек мог приехать. Да, несколько недель я визу на эту заказку сделала. で、チケットも買ってもらって、で、日本に来ましたっていうこと。はい。日本に来てからは、なんか、どのように生活してたとか、あ、そう、今も何をしてらっしゃるかも聞きたいんですけど。По приезду в Японию сначала нас поселили в отель. Сначала найдено это место для того, чтобы помочь вот все документы как бы оформить, чтобы поменять статус визы, потому что все украинцы, приезжая в Японию, им давали статус, туристическую визу выдавали, но нам всем нужно было ее поменять на дизайн-виза. Насколько я поняла, это абсолютно новый вид визы, именно вот для украинцев в этот момент. Та помощь, которую в Японии предлагают украинцам, ну, это настолько глобально, настолько масштабно, что я сама не ожидала такого. И так как всем украинцам обещают квартиру, в которой можно в течение года жить, нам нужно было подождать, где она освободится, где появится, когда приготовят квартиру. То есть, когда она находится, все равно нужно какое-то время подождать, пока ее подготовят, а мебель и так далее. А у вас мебель в квартире да, тоже есть? Да, мы когда заехали, там было все. Там было абсолютно все. Там была мебель, там уже все, большая часть техники уже стояла. Там холодильник, микроволновка, да, то есть это все уже действительно было. До того, как получить квартиру, было собеседование, и нам спрашивали, что вам действительно очень важно, чтобы было в квартире. И когда уже квартира была готова, мы подписали все документы и переехали туда. Я имела, Наталья сама, не годы на нее, что я имела. За что я очень благодарна, это за предоставленную возможность учиться в языковой школе. Тем, кто действительно хочет, кто подавал такой запрос, что хотят изучать японский язык, был предоставлен такой шанс. Нам предоставили школу на один год. То есть в течение года мы можем там бесплатно обучаться, и школа очень хорошая, мне очень нравится. Не знаю, как сейчас на данный момент обстоят дела, но знаю точно, что в первые полгода всем помогали, если был такой запрос, всем помогали с обучением языка. И если человек не хотел идти в школу, то предоставляли 2-3 раза в неделю онлайн обучение языку. И, насколько я знаю, если человек приехал без ноутбука, то я знаю нескольких людей, которым выдали ноутбук, то есть как бы подарили ноутбук, в их личное использование дали, для того, чтобы они могли пользоваться вот онлайн этими курсами. じゃあお部屋も無料で今住んでいて日本学校も無料で通えるっていうねすごいその他に何かいろいろと携帯とかも渡されましたテレフォンだだだ помимо всех благ которые уже были названы нам еще по приезду в Японию дали сначала это была сим-карта и Pocket Talk дали каждому выдавались
Pocket Talk, и это очень сильно облегчало задание, потому что когда ты еще совершенно не можешь ничего сказать, ты просто набираешь сообщение, причем это голосовое, там не нужно ничего писать, это полностью голосовой. Ты набираешь на украинском, русском языке, английском, какому тебе удобно, и оно переводит на японский. То есть даже ну, не только японский, оно на разные языки переводит, и можно очень комфортно им пользоваться. И первое время действительно без него ну, совсем было вот тяжело и очень выручал. Потом уже по чуть-чуть языковая школа позволила без него обходиться. それはすごいね。結構多分、機能優れてる。 私も使ったことあるんですけど。 Очень удобный. すごいなって。 Плюс потом нам дали телефон. Смартфон. Да, смартфон. С номером телефона и, соответственно, с интернетом. То есть тоже бесплатно мы пользуемся, если нам нужно, вот, интернетом, если нужно, можем позвонить. Я не знаю точно лимитов каких, но, в принципе, это все разумно используется. Я даже не могу сказать, насколько много в общей сумме Япония делает для беженцев. Очень много. Я не знаю ни одной другой страны, и не только европейской, а вообще как бы в мире страны, которая предоставила бы настолько много удобств, услуг, помощи украинским беженцам, как это сделала Япония. Не знаю, как вообще даже высказать вот словами, как-то облачить это в чувство, потому что я сама никогда не думала, что можно вот действительно так помогать людям. Причем Япония, Украина — это очень ну, далекие друг от друга страны, если так посмотреть. И тем не менее помощь пошла самая большая, самая необходимая, и она действительно помогла многим украинцам вот, почувствовать себя комфортно. Вот, действительно дала какую-то надежду людям, что все будет хорошо, что все будет окей, вам страна поможет, она организует вам жизнь так, чтобы вы смогли потом вернуться в Украину. 多分、シリアとか家族の方も他にヨーロッパとかに逃げてきた人、避難した人もたくさんいるんですけど、そのヨーロッパと日本との、その難民としての、避難民としての条件とか生活ってやっぱり違いは多分ありますよね。 Действительно, здесь большая разница между тем, как помогают страны, допустим, Европы, да, и Япония. Конечно, очень большой нюанс в данном случае играет количество украинцев в Европе и количество украинцев в Японии. То есть Япония, мне кажется, люди поняли, какой лимит у них может быть людей для того, чтобы полностью, по максимуму им помочь. Помочь квартирой, помочь финансово, помочь психологически, помочь в языковом плане. То есть по максимуму дать ту помощь, которая действительно нужна. В Европе украинцев очень много. Если взять Польшу, сколько миллионов украинцев там, я не могу сказать. Наверное, это есть какой-то определенный нюанс в Японии с документами. Очень много документов, очень, ну, как бы определенное время занимается для того, чтобы это все организовать. И если у человека не было каких-то сбережений на тот момент, когда они приехали, потому что финансовая помощь действительно есть, за что, ну, я думаю, все мы безумно благодарны, но до того, как ее получить, какое-то время нужно было прожить на свои деньги. А уже помощь финансовую я получила уже спустя 4 месяца. То есть не сразу? Да, то есть вот 4 месяца я как бы без этой... То есть мы все ожидали, мы как бы заполнили все документы, и единственное, что это действительно продолжалось какое-то время. То есть сейчас все, они наладили этот процесс, все хорошо, все прекрасно. Это было не налажено. Да, да, окей, тогда окей. Это занимало какое-то... Потому что это только началось, ни одна страна не была к этому готова. И ясное дело, все нюансы еще тогда только устанавливались, решались. Сейчас уже все хорошо, все по графикам, но были люди, которые, особенно если они с семьей приезжали, они попросту не могли финансово вытащить эту ситуацию. Япония по ценам далеко не Украина, поэтому тех цен, которые в Украине хватало тебе, допустим, на 20 тысяч йен, ты мог спокойно, ну, в принципе, спокойно прожить в Украине месяц. Просто не успел получить вовремя помощи, у них закончились свои финансы, и они вернулись в Европу. Вот. Были такие случаи, не знаю, возможно, их не так много, поэтому было немножко сложно. Но в Европе совсем другие условия. В каких-то странах дают квартиру, в каких-то помогают оплачивать частично, в каких-то есть бесплатное обучение, в каких-то только, например, онлайн, то есть школу не могут дать. С работой первым
беженцам, которые приезжали в Европу, да, им действительно помогали с работой. Потом, когда их стали миллионы, тысячи, миллионы, ну, найти всем рабочие места крайне тяжело. Твоя семья тоже в Европе сейчас находится? В данный момент, да, практически все в Европе, кроме бабушки. К сожалению, ситуация такая, что многие пожилые люди отказываются выезжать с Украины. Они, это, ну, как бы, наверное, психологически, вот человек уже привязан, и он понимает, что он лучше останется на своем, даже если взрывы, даже если огонь, даже если нападение. Он говорит, мы останемся на своем месте. Надеюсь, все хорошо будет со своей бабушкой. Хотелось бы. So, а то, на каньонде арбайтому мицкемаштане, суримо додаттака, ушите кудасай. Действительно, с работой тоже помогают, ищут работу и действительно находят, невзирая на отсутствие языка, невзирая на то, что ты можешь не знать вот многих правил, Японии помогают с этим. И в моем случае я нашла работу в Дон Кихоте, ко мне прекрасно отнеслись, я многое наслышана была как бы про японские вообще компании, фирмы, что там свои дедлайны, там переработки, там ты как бы можешь быть иностранцем, к тебе могут как бы относиться тоже там с разными нюансами. Но то место, куда я попала, там потрясающие люди, там коллектив нереальный, они помогают по максимуму, они объясняют. Они в любой момент что-то непонятно не подскажут, направят, то есть объясняют вот самые мелочи, что хорошо делать, что нехорошо делать. Они мне очень сильно помогают, и в плане того, какое у меня ранее было, ну, определенное вот, понимание, как это может быть вообще в компании, то мой первый опыт работы на японской именно работе только позитивный. И как они вообще вот относятся ко мне и к другим девочкам, которые у нас тоже несколько украинок работают в том же вот магазине. Потрясающе, я им очень благодарна. さっき言ってたその、お金の支援もあるから、一応そのアルバイトとかしなくても日本で生活はできる? Действительно, можно в Японии прожить благодаря той помощи, которую государство дает. Для того, чтобы просто жить, обеспечить себя самыми нужными вещами, едой, там, проездом куда-то не сильно далеко, этой суммы абсолютно спокойно может хватить. Ну да, это здорово. А то, има,数字を見たんですけど,統計を見ましたね. そもそも, Украинаからの避難民、日本に, あの、何人いらっしゃるか見て, 全国で, 2033人らしい。 約2000人ぐらいで、都道府県別で結構いろんなね地方にももうほぼ各地にいるかなぐらい。山形は0人って書いてあるんですけど、ほとんどのところにいて、そのうち東京では500人ぐらいいるらしくて。 А то есть ты выбрал в Токио? Да, я первоначально выбрал, потому что я здесь уже была, я город знаю, и мне здесь комфортно. И в тот момент, как бы говорили, что здесь есть больше школ, которые могут принять на обучение именно японского языка, поэтому мой выбор 100% остановился здесь. じゃあそもそもこう日本に半年ぐらいあの住んで今いかがですか? Классно, прекрасно. Япония потрясающая страна, она мне всегда нравилась. В связи с последними событиями я еще огромным уважением к ней пропиталась вообще в плане всего происходящего. Но если брать именно жизнь, это очень комфортно. Прекрасное обслуживание, все условия для, по максимуму для людей. Очень красивая страна, очень народ сам по себе отзывчивый. И даже если ты не знаешь японского языка, люди помогут, люди постараются как-то посоветовать что-то. И мне действительно очень безумно нравится то, что Япония очень разнообразна. Да, все-таки номер один место, которое хочется посетить, это песчаные дюны в Тоттери. Потрясающе! Вот я фото смотрела, я видео разные смотрела, безумно хочется там бывать. Когда-то, я еще не исполнила мечту, как когда-то джунгли Амазонки, все, еще хочу побывать. Но вот песчаные дюны тоже, они у меня вот близко очень стоят, и они намного ближе, чем Амазонка, так что сначала сюда, потом все остальное. То есть Окинава, Хоккайдо, Осака и так далее, это все будет потом. Сейчас песчаные дюны, вот засуньте меня в песок, я сначала хочу туда.面白い選択ですね、これはなかなか。いや、私もね、この前島根行ったけど、鳥取ギリギリ行けなくて、また行きたいなって心残りあるんですけど、まあ、ぜひね、一緒に行きましょう。行けたら行きたいです。
じゃあいろいろ貴重な話聞かせていただいてありがとうございました。私もあんまり知らなかったこと多いんですけどこういうふうにねウクライナの方に日本から支援があるんだとかウクライナ人で日本に来ていらっしゃる方がこういった支援が受けられるのはやっぱり、ね、私としても日本って素晴らしいなってより思いますし今安心してね日本で生活できてるのはねすごくいいことだなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。さよなら。